8 человек стали полными кавалерами Ордена Славы. Более 200 тысяч человек были награждены орденами и медалями. 13 человек повторили подвиг Александра Матросова и Васильева Гафиатуллина, а 6 летчиков совершили воздушные огневые тараны. На территории Республики Татарстан прошли военную подготовку в системе обучения свыше 180 тысяч человек. Были сформированы 2 авиационные и 7 стрелковых дивизий, 10 отдельных полков и батальонов. Подготовлено 100 боевых экипажей и воздушных судов и около 5000 танковых экипажей. Предлагаю почтить минутой молчания тех, кто сегодня уже не дожил для наших дней, тех, кто отдал свою жизнь за независимость нашей страны. Thank you.